Всем привет, друзья! Храм Софии Премудрости Божией, Софийская набережная Москвы-реки. Я потом вам покажу саму реку. Вот что меня сюда привело? Ну, во-первых, храм чисто в античном стиле. Зарыт на несколько этажей. Даже не буду уточнять и гадать. Два, как минимум. Сам по себе вот этот вот основной предел, видно, что старый. В таком вот духе 17 века. И очень похож на те соборы, которые снесли. Вот Чудов монастырь, например, в Кремле. Что здесь еще интересного? А вот что, куда меня привели-то, оказывается. Вот видите, алтарная часть — это явно пристройка. Да, и конечно же, не обращайте внимания на шум, который доносится. Здесь ведутся ремонтные работы внутри старых античных зданий. Видите, да? Арочные такие, да, окна. Ну, сейчас мы заглянем туда, посмотрим, что там. Что-то со стеной здесь происходит. Прямо перекос. В общем, ладно. Смотрим на остатки переделанных старых зданий. Сразу что бросается в глаза. А вот, видите, выделяется верх арки, который идет в эту сторону. Вот. Прям сюда она шла. Как-нибудь вот так вот, к этой стене. Ее почему-то куда-то скрыли, сбили. Кирпич старый, местами обожженный. Есть клеймо. Не знаю, как его показать, так что ли. В общем, сделайте скриншот. А, что его делать-то? Я сейчас покажу более удачные. Вот. Например, здесь. Что это означает? То, что, скорее всего, его восстанавливали уже во второй половине 19 века, когда все эти промышленники появились, стали клеймить своими фамилиями или какими-то анаграммами, монограммами, ну просто инициалами даже, кирпичи. Потому что до этого, если смотреть храмы 17 века, там нет таких, ну никакого клейма не существует, просто большие кирпичи и все. Никому тогда торговля, скорее всего, особо не нужна была. А вот потом торговцы понаехали. Вот туда бы, конечно, заглянуть внутрь. Сейчас попробуем. Там явно арочный свод. Вот, видите? Прям хорошо видно. Как бы туда заглянуть? А мы сейчас попробуем. Например, вон там. Вот, посмотрите, еще одно здание. Тоже зарытое. Глиной занесенное. Вот эти вот окна на уровне моих глаз. Или даже подбородка. То есть явно переделано здание. Вот видите, окна тоже переделаны, арочные. Там арка какая-то. Ну, потом туда заглянем. О! Ну зачем залазить, если можно вот так вот легально поснимать. Сейчас мы с вами все увидим. Thank you.
Да, старинное, все старинное. Прямо. Все хорошо видно. Ух, какая здесь акустика. Прям таки вообще. Это, наверное, вырезано потом. Не было, скорее всего, такие проходы. Да. Хорошо, что реконструируют, восстанавливают. Это радует. Теперь внизу посмотрим, что там. Видите, лесенки сделаны на следующие этажи. Вон они не видны насквозь. Я залез в одно из окон, просто чтобы получше снимать. А внизу-то вон арки других окон с нижнего этажа. Хорошо видно, да? Сейчас снаружи покажу вам тоже. Ну, туда уже не пойду, там, в принципе, одно и то же везде. А здесь, снаружи-то тоже, внизу, вот они. Вот они, арочки торчат внизу каждого окна. Это нижний этаж. Абсолютно верно. Или даже есть подозрение на то, что, скорее всего, это был... Вот это окно арочное, оно было узкое и длинное. Ну, то есть высокое. А потом его переделали в несколько этажей и уже вот такие же стали делать арочные перекрытия. Здесь со стороны все такое старое. Пойдем туда посмотрим. Смотрим мы вот это вот здание где-нибудь вон там в глубине. Вы же любите всякие заброшки. Я надеюсь, вам нравится, что я хожу, показываю вам всякие интересные такие старинные заброшки и что здесь происходит. А что здесь происходит? Оу, а это я удачно зашел. Видите, вот тут вот можно и покопаться бы строителям, потому как вот они стали проводить здесь коммуникации. Вот видите, трубы, вон там кабели, а вот она и стенка. Изначально старого здания обнажилось. И какие-то там вот фальш-фундаменты. Вот там, скорее всего, окно нижнее заложено. Вот мы с вами до истины-то и дорылись, друзья. Вот. А, вон старый кирпич. Чё? Тут, знаете, тут где-то метра полтора. Метр даже два будет точно. Просто уже присыпали. Но там что-то тоже все ремонтируют напротив. Домик. Интересно, интересно. Вот если бы копнули дальше, вот тут вот, смотрите, стена, да, где разрушена, то нашли бы, я уверен, здесь можно и монеты найти. Еще что-нибудь, например, остатки посуды. Ну, кому это надо, а? Ну, кому это надо? А здесь вот прям вот заниженные, вот, то есть вот конкретно, вот они, такие супер низкие входы из окон. Это верхнее уже все советское, скорее всего, пристройка. Причем, видите, из старого того же кирпича, что здесь и нашли. Вот это пристройка. Так, идем дальше. Выходим сюда. Вот оно. Окошечко. Старые кирпичи, старые. Ну и немножко пойдем посмотрим, может быть, на набережную. Внутрь уже нет смысла заходить. Там я уже показал вам, как выглядят. Одинаковые совершенно комнаты.
это все переделано. Вот этот этаж, да, который делают, он, это искусственное перекрытие 19 века. Именно тогда все делали. А что здесь? А давайте посмотрим. Камешки положили, мегалиты. Ну, как всегда, что? Здесь немножечко откопано, обложено камнями. Камни – это хорошие проводники, резонаторы. Сделано типа часовня, беседка. Что это такое? Крокозябра. Ну, в общем, и вот они, апсиды. Явно занижены. Вот даже пристройка и то занижена. Видите? Вот. Сейчас вы меня увидите. Вон он, я снимаю. Вот он я. Видите, вот эти верхние этажи, они уже уменьшаются в высоте. Вот так вот и надстраивали. Так, пойдем посмотрим, что за храм. Он в нижний этаж вход, как я и думал. Точно, точно. Оттуда я пришел. Вот он сам храм. Главный фасад. Видите, какой интересный. С крестиками. Между волн. Так, теперь смотрим. А вот она и набережная. Кто знает историю, вот эта вот колокольня появилась где-то в 70-х, 80-х. То есть во второй половине 19 века. На фотографиях это все, вот именно панорамных фотографиях из Кремля сделанных, все это видно хорошо, когда она появилась. Когда все устанавливали, да, вот ее сделали. Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Так, священномученик Александр Андреев. Когда она была сделана-то? А, вот видите, 1856 появляется. Чего-то не написано. Когда он сделан сам по себе. Видите? Странно. Вот киська сюда куда-то убежала. Что-то здесь есть, друзья. Тоже, видите, камни наложили. А, вон она. Вот ты где. Кися, кися. Вот видите? Вот она и показала. Березка очень странная. Как будто стройная или сдвоенная. И вьется вверх. Что-то здесь есть. Видите, камушки не просто подложили. Резонаторы. Кися, спасибо. Так. Ну-ка, где он там? Так, а это, видите, труба, это явно вот тоже 19 век. Когда вот холода появились, да, после ядерной войны 1812 года, мировой войны, наступили вот эти вот времена года. То есть появились времена года, появилась зима, холода, и вот такие трубы решили отапливать уже всякой фигней. А ведь поначалу могли отапливать технологии атмосферного электричества, используя их. Так, ну теперь покажу вам набережную. Ох, как. Вот она с фасада, та самая колокольня, появившаяся только во второй половине 19 века. Смотрите, какая интереснейшая металлическая конструкция надстроена. Просто как вот портик. Галерея-портик. Или балкон. Спасибо.
Вот их делали тоже тогда, когда электричество добывали из воздуха спокойно, свободно. Она тоже работала на добычу электричества, да. А теперь показываю вам мост, один из мостов. И вот она, в общем-то, Софийская набережная с катерами прогулочными. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам видео, как всегда, понравилось. А потому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Жертвуйте автору на развитие канала, чтобы я купил таки, наконец, электромагнитный измеритель электромагнитного поля для начала. А то я все пользуюсь этим сенсором в телефоне, но он не точно дает показаний. Потому что везде фон намного, скорее всего, другой, намного выше. Так что поддержите отечественного производителя. Ох. Это все присказка. Друзья, всем добра и хорошего настроения.